есть горнило, а с ним и возможность сдержать силу колодца. Мы планируем отправить вас туда. Вега даст вам всю необходимую информацию. Это мой главный рабочий комплекс. Здесь я был создан. Здесь обслуживается мой центральный процессор. На поддержание моей работоспособности уходит примерно 2,4 тераватта энергии. Было решено использовать эту энергию, чтобы отправить вас к источнику портала. Я не переживу эту процедуру. И возможности самоуничтожения у меня нет. Так что я расскажу обо всем подробно. Внешние и внутренние двери комплекса закрыты. Начать надо с поиска пути внутрь и отключения охранных систем. Системы безопасности работают в двух нейросетях с терминалами в этом служебном помещении. Каждый конечный терминал защищен электрическим полем, но я уверен, что вы выдержите удар.
Мои жизненно важные операционные системы теперь уязвимы. Рекомендую сначала уничтожить мою систему охлаждения. Это ускорит процесс дестабилизации. Если вы сомневаетесь, очень важно сохранять спокойствие. Изначально температура протоплазменных контуров составила 1,2 мегакельвина в 173 раза горячее поверхности Солнца. Чтобы сдержать жар, огромная система охлаждения была... Вы смотрите на единственную в мире систему охлаждения до абсолютного нуля. На ее совершенствование ушли годы. Уничтожьте все 4 охлаждающих генератора. Когда они перестанут работать, мои главные системы начнут плавиться.
растет. Thank you.
чтобы завершить этот процесс. Поезд доставит вас ко входу. Чтобы получить доступ к моему ядру, вам необходимо устранить демоническую угрозу в комнате перед вами.
Я теряю способности к запоминанию. Контроль над нейрофункциями минимален. Когда ядро Веги будет уничтожено, вас затянет обратно в ад. Точка прибытия рядом с колодцем. Заблокируйте его энергию с помощью горнила, и тогда адский портал на Марсе закроется навсегда. Да, адские отродья бросят против вас все силы, но вам ведь именно это и нужно, не так ли? Процесс завершен. Спасибо, Вега. Мне очень жаль, доктор Хайден.